С 11 октября в Московской области проводится онлайн-зачет «Я знаю ПДД» при поддержке правительства региона, регионального управления госавтоинспекции, Союза безопасности дорожного движения. На сегодняшний день на вопросы теста ответил уже более 55 тысяч человек. У желающих присоединиться к прохождению теста осталось совсем немного времени. После 11 ноября с помощью жеребьевки будут определены 20 победителей из числа тех, кто быстрее всех дал правильные ответы на 20 тестовых вопросов.